Приветик. Привет. Тут рога стоят. Мы готовимся к Хэллоуину. Давид уже рога свои одел. Да? Ладно. Ты чертик? Какие? Одевай, покажи. Вот такие рога. Школы у нас нет до сих пор. Неделя каникул уже прошла. Вот сейчас идет вторая уже неделя. В связи с карантином каникулы вторая неделя. И учительница недавно позвонила. Сказала, на следующей неделе тоже каникулы. Это уже третью неделю Давид будет дома без школы. Да, Давид? Вот. Ну, в общем, сейчас будем мыть тыковки и готовиться к Хэллоуину. Вот такие у нас тыковки мы купили. Вот это хороший. Да, столик наш украсим, да? Вот такие красивые. Чертик ты мой маленький. Вот такие оранжевенькие, красивые. А это красная. Тяжелая? Нет, вот не тяжелая. Тыковка. Не тяжелая. Сама по себе сейчас. Тяжелая. Сейчас. А если поднять, то если терпеть... В общем, сейчас попьем кофеек и будем кухню украшать еще. Вот такая красота, такие тыковки красивенькие. Такая прелесть. Такие маленькие, но тяжеленькие. Да? Мам, даешь яблоко? Украсили возле холодильника стену на кухне. Такую паутинку. Ой, ты рогом. Давид, ты рогом. Рогом зацепил паутинку. Так, вот так мы натянули. Вот здесь все ее натянули. Гирляндочки повесили. С этой стороны гирляндочку. Давид бесится. Что ты довольный? Довольный, что украсили? Или еще вот такую вот масочку. Но это для меня. Масочка, ну Давид взял померять, да, доволен? Красиво. Тебе идет. Давид сегодня сходил на кружок английского языка. Кружки у нас, все секции, кружки пока открыты, на карантине не закрыли, это хорошо. Так что школы нет, ну, по крайней мере, на кружки будем пока ходить. Вот, повеселились там сегодня, у них праздник был Хэллоуин. Песенки про монстров они там пели. Ну, в общем, веселые такие. Веселые уроки сегодня были. Я вам ставлю коротенькое видео посмотреть. Так что все. Всех с праздником, с наступающим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.